11 ноября 2020 года, преодолев всего лишь 50-летний рубеж, окончил свой жизненный путь игумен Петр Луканов. Настоятель Чубовского Покровского мужского и Покровского Александров-Чигринского женского монастырей. Он принял монашеский постриг в 28 лет и всю свою жизнь посвятил служению Богу, церкви, людям, полагая душу в заверенную ему паству. Рассказать о выдающемся священнослужителе и харизматичном многогранном человеке, обо всех его делах за 20 минут одной программы невозможно. Поэтому памяти любимого многими батюшки мы хотим посвятить несколько передач. Родился Владимир, а так его звали до принятия монашества, 27 декабря 1969 года в селе Большая Глушица. Он был четвертым ребенком в семье. Мама, Антонина Андреевна, не скрывала, что верующая. Работала медсестрой, пока ее не уволили за венчание с супругом. Божий промысел о Володе, видимо, был с самого детства. Рос очень шустрым, активным ребенком. И когда ему было около 3 лет, он, играя, бегая, упал в открытый погреб. Мама даже боялась туда заглянуть и позвала на помощь отца. Когда Василий Иванович спустился за малышом, то и достал его оттуда, на нем было не обнаружено даже ни одной царапинки, ни ссадинки. И как только поставили его на ножки, он сразу побежал, как ни в чем не бывало. И даже не понял, наверное, что с ним произошло. А очевидцы происходящего просто подумали, что, наверное, ангел Божий его подхватил, поскольку погреба у них были в то время очень высокие и очень глубокие. Рос Володя, в общем-то, обычным советским школьником. Очень много времени он любил проводить на реке Иргиз. Любил волейбол, футбол. Очень любил читать. И в то время его любимыми произведениями были это Жюль Верн, романы Жюль Верна и Финемора Купера. От большинства детей его отличало знание молитв, церковно-славянского языка и интерес к духовной литературе. Трепетно и бережно относился к иконам. Если кто-то выбрасывал иконы, то он их подбирал, пытался сам реставрировать или кого-то просил о реставрации. И одна из таких икон до сих пор хранится на Токопе переработки зерна на Большой Глушице. На Рождество с мальчишками они ходили славить Христа. А однажды им открыла дверь строгая учительница, коммунистка. Она угостила их конфетами, никому в школе об этом ничего не рассказала. Наказание было за посещение храма на Пасху. Как это было принято в советские времена, на торжественной линейке, под бой барабанов, перед лицом своих товарищей с Владимира Луканова сорвали галстук. Ну, как раз сказал отец Петр, что он не сильно расстроился. Дом, в общем-то, его не наказали за это. А на следующий год он опять отправился в храм на Пасху. Одним из самых сильных детских потрясений для маленького Володи стал пожар Свято-Троицкого храма на их улице, который случился на летний праздник Казанской иконы Божией Матери. Храм спасти не удалось. Он полностью выгорел. Володе было тогда 5,5 лет. Но вот это чувство утраты и опустошенности, как он рассказал, он сохранил на всю жизнь. И видно, может быть, поэтому он с такой любовью и с такой радостью восстанавливал храмы и монастыри, и строил их. У него висит картина в его келье. Ему подарили жители Большой Глушицы на память. После окончания школы, поскольку любимым его предметом была история, он поступил в педагогический университет, на исторический факультет. Но он очень любил археологические экспедиции. Но
на смену вот веселости какой-то, да, развлечениям, как он говорил, душа просила чего-то иного. И после третьего курса он взял академический отпуск для размышления, чтобы разобраться в себе. Решил не восстанавливаться в педагогическом и в 94-м поступил в Самарское епархиальное духовное училище, которое как раз в этом году объявило первый набор после длительного закрытия. В дальнейшем, как известно, ему был присвоен статус семинарии. Он был постарше нас, и мы в нем видели такого старшего товарища. Владимир, он был таким человеком, который помогал настроить жизнь в общежитии. Как кажется, просто, на самом деле, все непросто было. Куча молодых парней, семинария только открылась, были сложности с коммунальными вещами. Не всегда была горячая вода, мы ездили стирать и белье, и купаться там, к самарским ребятам, кто жили. Были вопросы с обучением, да, человек уже с неким житейским опытом, он помогал, поддерживал, подбадривал, когда-то подгонял, когда это на самом деле необходимо было. Хорошо играл на гитаре, пел, и у нас в семинаре, как говорится, его игра, его утешением нашим было. Соберемся, ну, уставали, конечно, тяжело было, молодым, еще тяжело достаточно график, но с вешалем бывает, да, он придет, возьмет гитару, поиграет, попоем, посидим. И уже как-то полегче. Такой он, да, душа человека. Осенней ночью за окном туман поссорился с дождем. И беспробудный вечер, и беспробудный вечер о чем-то дальнем, дорогом, о чем-то близком, не земном. Сгорая, плачут свечи. Сгорая, плачут свечи о чем-то дальнем, дорогом, о чем-то близком, неземном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи. Песни он пел не свои, но, знаете, вот тоже интересно, привносил в какие-то песни, даже менял слова, делая такую вот более, так скажем, христианский, более смысл. Местные ребята, жившие там в соседних домах, тоже с ним сдружились и с нами там. Так вот мы достаточно хорошо дружили, бегали, вот, гоняли мячик на стадионе. Также и они к нам в гости приходили. Вот, и на богослужение в семинарию так и интересовались. Можно сказать, его проповедничество началось вот с первых лет учебы. Вот таким образом. Мне был как брат. На момент поступления мне было где-то 17 лет. Вот ему уже было 24-25. Младше он тянется там за старшим. И я тоже так же как бы стремился, смотрел. Зайдешь, его позовешь там куда-нибудь, или там на улице, или еще, он всегда говорил: подождите, сейчас я дочитаю вот до какого-то места, чтобы мне вот, ну, вот это освоить все. И тогда вот только уже отвлекался от чтения книги. Во время учебы в семинарии его духовным отцом стал протоиерей Иоанн Букоткин. Почувствовав состояние души своего чада, духовник благословил его на монашество. Удивило. Это потому, что, ну, так он, знаете, как достаточно общительный был, ну, так для монаха, имел, так скажем, популярность и у женщин. Я думал сначала то, что он шутит. Принять монашество, осознавая свой выбор, зная, что ты можешь по-другому пойти пути, это дорогого стоит на самом деле, потому что, ну, иногда какие-то обстоятельства влияют или еще что-то на выбор человека. В данном случае это вот именно любовь к Богу была. 5 июля 1998 года Владимир Луканов был пострижен в честь первоверховного апостола Петра. Служил при семинарии, а с августа 99-го более 3 лет был настоятелем прихода в честь покрова Божией Матери поселка Мирный. Много своих сил положил на то, чтобы аварийное здание бывшего клуба стало храмом и на восстановление источника в селе Колодинка.
молебны там совершались. И на крещение, вот на Архангела Михаила, вот именно им. Ну, то есть он не только как бы здесь вот в приходе, в Мирном был, да, но и за пределами Мирного туда ездил тоже. Но главное, отцу Петру удалось сплотить людей вокруг прихода, наладить контакт со школой, библиотекой, домом творчества. Не просто так, когда там встретились, что-то помог, как бы, и все, это был постоянно, на протяжении всей жизни. То есть он не просто там как-то о людях там забывал, а постоянно с ними общение держал. Они обращались к ним поэтому. Ну, можно сказать, как отец не оставляет своих детей, да, постоянно. Вот люди, наверное, чувствовали, как бы такое отношение к нему тянулись. Многое изменилось в сознании населения вот после того, как батюшка здесь работал и организовал приход. Очень многое. Мне кажется, вот все те, кто ринулись помогать ему в обустройстве храма, эти люди вокруг себя стали организовывать неравнодушных людей. Мы все были не воцерковлены в то время, это однозначно. И, конечно, не было такого, что все вот бросились в храм, припали там на колено, стали как-то исповедоваться. Нет, люди просто стали добрее. И вы знаете, вот это всеобщее влияние вот этой общей доброты, оно действительно стало изменять жизнь и поселка в том числе. Мы стали по-другому друг на друга смотреть. Сложно было расположить руководство детского сада и родителей воспитанников. Понадобилось время, чтобы стали доверять. Начинали с причастия 2-3 малышей, потом в таинстве участвовали уже до 60 детей за один раз. И он сиял. Вот знаете, как он сиял, когда увидел детей, батюшка? И они, когда назад я их веду, они говорят: «Зинаида Константиновна, а это и есть Боженька?» Я говорю: «Ну, ты еще маленький, ну, это батюшка. Батюшка, который поведет к тебя к Боженьке. Давай будем думать так». После того, как мы подружились с церковью, стал к нам приходить батюшка, дети постепенно стали другими. Стали меньше драться. Уже те, кто были некрещенные, все покрестились, потому как те, кто некрещенные, мы же их не могли взять. И они приходили здесь, стояли, ревели, почему меня вот не подводят к Боженьке. Всех покрестили, всех. В Мирном все хорошо устроилось. Но на душе отца Петра было тяжело. Иноческая совесть тянула в обитель. И по благословению архиепископа Самарского и Сызранского Сергия его перевели сначала в Свято-Воскресенский мужской монастырь города Тольятти, а в 2004 году в Самарский Иверский женский. В любой профессии важны первые шаги. И в мирской, и особенно в священничестве. Для многих младших товарищей, с кем судьба свела еще в семинарии, отец Петр стал наставником. На четвертом курсе он меня пригласил алтарничать, тогда в поселок Мирный. В год моего рукоположения, в 2005 году, первое мое служение как раз было в Сиверском монастыре. А вот особенно Сиверского монастыря, то это много очень людей приходит вот на исповедь, да, то есть очень большой, называемый, приход, да, который люди посещают именно любящие монастырское богослужение, да, и вот исповедь является, ну, не самым простым послушанием таким. И вот исповедь, и вот приходилось порой даже на какие-то вот
неизвестные, да, вот такие вопросы людей, которые пришли ко мне на исповедь, да, приходилось даже, извините, пожалуйста, вот и бежать к отцу Петру, и вот так вкратце как-то, вот, насколько это было возможно, таинство исповеди, да, конечно же, да, то есть, ну, какой-то вот совет, и вот таких моментов было очень много, потому что вот могу сказать, что вот это становление как священника, да, оно вот как раз произошло не без участия отца Петра. Быть монахом в полном смысле этого слова в городском монастыре – задача не из легких, если не сказать, практически невыполнимая. Иногда, чтобы с Богом пообщаться, надо побыть наедине. А наедине можно побыть там, где людей мало. Вот, а служа в городском монастыре, служа в монастыре, куда приходят сотни людей, одному очень сложно побыть. Сложно молитвенные правила соблюдать внимательно, да? Сложно найти время для чтения. И за весь период его служения таким местом уединения было Кольцово на Самарской Луке. В августе 2007-го его перевели туда для организации скита. Тем, как он ушел в кольцо, о чем он больше всего переживал, он говорит, я прекратил читать, мне не хватает времени просто. Поэтому он захотел некого уединения такого, побыть, пожить одному, без связи, без испытать и себя. Более строго аскеза там, кольцо, там строгие условия жизни на самом деле, но в смысле там ничего нет практически, да. То есть туда не добраться просто так. Часть года она отрезана от остального мира, там все необходимо обеспечить, воду, тепло, все, своими руками надо, да, то есть как бы это такой аскетический шаг был. В такой глуши из вечности протягивается к нам рука с небесными дарами. Многое дает нам Бог, но даже более всего этого Бог отдает нам самого себя. Говорят, еды мою плоть, и пей мою кровь, во мне пребывает, и я в нем. Собираются встать на путь служения, неважно какого, либо, так сказать, священства такого брачного, либо священства монашествующего. Это совершенно не важно, какой путь кто избирает. Важно только помнить, что это путь ответственный, путь серьезный, ну, путь крестный. Я когда начинал служить, это чувство, наверное, у каждого священника, у каждого человека, который встает на этот путь. Когда начинаешь служить, то, знаете, то необыкновенное чувство горения, необыкновенное чувство ревности. И дай Бог, чтобы вот это вот чувство, оно на протяжении всех лет твоего служения, всей твоей жизни, оно сопровождало, оно тебя вело, оно тебе помогало. Монашеская мечта стала реальностью. Правда, всего на несколько месяцев. В ноябре 2007 года вызвали в епархию со словами «Рано тебе на покой». Жаль было покидать Кольцово. Но батюшка всегда с большой любовью вспоминал про Кольцово. И при первой возможности старался туда съездить. И даже в рамках воскресной школы с отцом Александром Мансуровым они возили детей и останавливались летним лагерем, путешествуя по Самарской Луке. А тогда, в момент разлуки,
В памяти игумена Петра всплыли строки иеромонаха Романа Матюшина. И он переложил их на свой лад с названием полюбившегося села. «Прощай, кольцо, из чистого листа, в ином краю служения начиная, есть более красивые места, но более покойного не знаю». «Послушание есть послушание», вспоминал в одном из интервью отец Петр. «Надо исполнять». Только снова попросился в деревню. И тогда прозвучала судьбоносная – Чубовка. О том, как отец Петр построил здесь и в поселке Кировские монастыри, мы расскажем в нашей следующей передаче. –